Я превращаюсь в свой худший кошмар, должностное лицо которое вторгается в частную жизнь подростка. Джекпот. Я вижу, что заначки не стали более изобретательными. Мам, почему ты читаешь мои дневники? Я говорила о них с Эдгаром, и мы пришли к выводу, что ты должна их сжечь. Все ясно. Она не отвечает на мой звонок. Да, Кайла тоже. Да что за фигня там творится? Она всегда говорила мне правду. Она никогда мне не врала. Не хочу это обсуждать. Придется, мы должны. Нет, вообще-то не должны. Тебя целый год не было. А теперь ты влезаешь в мою жизнь. Ева, так нельзя. Пока, пап. Запомни. Ударила, повернула, вытащила. Но у меня нет ножа. Уже есть, загляни в клатч. Это не одно и то же. Это хуже. Ты поставил под угрозу мою работу, мою лицензию, средства к существованию. Ты разрушил мою жизнь. Ты настоящий берсерк. Самое совершенное кибероружие из когда-либо созданных. Вот почему я никогда не соединю тебя с этим телом. Здорово. Класс. Даже не будь он распоследним дебилом, а он, кстати, такой и есть, я все равно не понимаю, дочка, зачем? До выпуска осталось всего ничего, зачем бросать на ветер годы учебы? Вы воспитали двух гомофобных обормоток, и из-за них теперь моя дочь отдастся мужику, а не бабе! Девушки, совершила грех в их отсутствии. Всем нужно садить в душ, мама! Всем нужно такое ты правило! Ты должна быть другой, потому что глаз его не на буду тебе. Не буду другой, мама! Я буду как все! Мочи, я хочу быть такой, как они! И накажет тебя! Но я этого не допущу! А ну, открой дверь! Открой, черт возьми! Ты хочешь выйти в мир? Тогда повзрослей! Повзрослей, черт возьми! Не нравится, что я ослушалась директора? Ладно, наказывай, но не разыгрывай разочарованного отца, ведь ты мне не отец. Я и так это знаю. Вы что, курите? Нет, это Майкрофт. Да. Я очень разочарован в твоей сестре. Неужели так меня ненавидел? Настоящая мать дала бы сыну уйти с миром. Похоронила бы меня. И оплакала. Какая мать не желает сыну жизни и не пошла бы на все, чтобы его спасти? Ты тогда не обо мне думала, а о себе.